Так, Наир Меликян прокомментировал их бой с Нуруло. Здесь он написал на своем родном языке, а я перевел через Google переводчик Они будут сражаться с вами, но не смогут причинить вам вреда, ибо я с вами, чтобы спасти вас, говорит Господь. Информация про Наира Меликяна. Текущая серия побед 11, прозвище Ахалкалайский, возраст 24 года, последний бой провел 19 июля этого года, весовая категория легкая, рост 168 сантиметров, место рождения Армения. Начал он свою профессиональную карьеру в 2019 году, принял участие в турнирах таких промоушенов, как Gorilla Fighting Championship, MFE, Titan Globals Championship, Нейр Меликян – глубоко верующий человек, христианин. Меликян действительно священник и певчий при этом. На все свои бои он выходит в рясе священника под христианские псалмы. Плохо говорит на русском языке, но в его команде имеется переводчик. На вопрос, как Наир совмещает спорт и церковь, вот что он ответил. Это мне никак не мешает, наоборот, это мне придает силу. Когда я в церкви, это мне придает больше сил. На первом месте должна быть церковь, и только потом все остальное, все остальные дела. Да, я священнослужитель и хочу поблагодарить всех священников, которые служат со мной. Я выхожу в этой одежде, и она придает мне силу. Наир Мелике...